Всем привет! Вот сегодня выбрался опять на природу, но не в лес, а на речку. Иду по старой дороге, а рядом там вон автострада. Так что посмотрим, что у меня сегодня будет за углом. Погода не очень, погода около ноля, и идет мелкий снежок сырой. Вот сейчас у нас вот так. Все снежно и красиво. Прибыл я на место, рыбаков никого нет. Рядом находится трасса, так что если надоест, на дорогу и домой. Тут где-то до дома километра 2,5 всего. Так, прикормили луночку, сейчас будем ловить. Вот и мой первый улов. Латвичка. Прикормленная лунка дает свои плоды. Вот уже на сковородочку есть рыбешка. Продолжаем ловить. Итак, рыбалочка моя подошла к концу. Вот это мой сегодняшний улов. В улове присутствует плотва, ну и уклея. Куда же без нее? Кошачья радость. Ну вот как-то так отловился сегодня. Всем пока-пока.